Santander InnoVentures, фонд финансовых технологий корпорации Santander Group, объявила о своем портфеле инвестиций в TradeShift, финансовую платформу, базирующуюся в Сан-Франциско. Согласно letstalkpayments.com, TradeShift используют такие компании, как DHL, Zurich Insurance Group и Национальная служба здравоохранения. В 2015 году компания выросла на 250% по спросу на их технологии снабжения, более быстрые платежные системы и прозрачный оборот средств. Santander InnoVentures будет использовать TradeShift для дальнейшего расширения возможностей, развития своей платформы и экосистемы рынка B2B.